в пятой серии в качестве куратора и фактического руководителя операции к Мельнику представляет сотрудника Федеральной службы безопасности, полковника Виталия Свиридова. И в тот же день в группу по розыску сбежавших входят еще два человека. Это лучшие друзья майора, бывшие коллеги по угрозыску, а ныне сотрудники охранных фирм. Опытный и рассудительный майор Андрей Андреевич Кочетков и балагур, бабник Всеволод Громов. Безжалостный серийный убийца Питон, профессиональный киллер, Батай, бизнесмен Малинов.